Здравствуйте, сегодня 15 апреля 2017 года, и сын из Петербурга. Завтра будет Пасха, 16 апреля 2017. И вот каждый вот пошел в храм в Петербурге и ходит сегодня светить яйца. Море народу. Я знаю, что вообще на комиссарской площади, я не согласен, конечно, там что-то будет. Все в основном идет еще такого кухня. Так что вот сколько народу. Идет все на светить яйца. Вот такая вот сегодня. Папа сейчас подсветит, куда все идет. Поэтому сегодня все ходят яйца. Как называется храм. Там написано Тишинская партия, Московская патриархия. И великомученик, как вера, на Божьей. Памятник там стоит, что были. Так что можно будет показать. А ну-ка. Сейчас обойдем. Вот такой сегодня идет светит яйца. Здесь каждый красивый. Ну, какая корзинка у вас красивая. А? Ну, красивые. А яйца покажите, красивые? А, яйца у меня там куличи много. А, куличи? Да. Да, красивые, корзинка. А яйца у меня, видите, между этими. А, ой, как вот красиво. Ага. Там кругом яйца. Ага, замечательно. Красиво вы сделали. Спасибо. Вот так вот. Так люди украшают яйца. Так что яички. Все светить. Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Поближе. Памятник. Ну, девчонки, вы уже посветили? Нет, еще. Нет? А у вас красивые яйца-то? Хоть показали бы в корзинке. Ой, как красиво все уложено. Это специально такая штучка продается, да? Да. Ой, да. Здорово, как можно купить, да. Красиво, спасибо. Вот такая вот церковь.
обошла, вам все показала. Все показала вам. Все показала. А у вас красивые яйца? У нас? Покажите, а? Я это снимаю, интересно так. Ну, такие, смотрите. Такие продаются в магазинах. Ну, вот так, чуть-чуть приоткройте, я просто... Все упаковано. Да-да. Очень тщательно. А, тщательно, вот такие вот. Такие, да. А, это вы красили, да? Да нет, это наклейки такие. А, такие наклеечки? Да. Видите, а, красиво, да. Красивые вот, такие. Ага, да. Замечательно, спасибо вам. Всего хорошего. До свидания, жду вас на моем канале. Пока-пока.